получением паспорта ты можешь смело открыть самостоятельно вклад. И я прекрасно понимаю, потому что нынешняя молодежь невероятно бережно относится к собственным финансам. 14-й день рождения – это повод получить не только подарки и поздравления, но и паспорт гражданина Российской Федерации. Теперь у вас появляются новые права, которых до этого дня не было. Но вместе с правами появляется и ответственность. Все вы знаете прекрасно, что у взрослого человека есть не только права и свободы, но и обязанности, обязательства перед обществом, перед государством. Теперь все, что вы делаете, все ваши поступки в жизни, вы за них будете отвечать. Для 14 жителей Одинцовского округа рядовая процедура прошла в торжественной обстановке. Павел Бобров перешел в 8 класс 6 лицея. После окончания школы планирует поступить в медучилище, мечтает стать массажистом. В торжественный день он получил свой документ первым. У меня сильная дрожь была, когда я шел на сцену и когда только сюда пришел. Но когда я получил паспорт, у меня какая-то гордость появилась. То, что у меня появился свой первый паспорт. Светлана Синица пришла поддержать дочь Екатерину. В ожидании ее выхода на сцену вспоминает. Раньше паспорт вручали тем, кому исполнилось 16 лет. Это было не так торжественно. Я просто пришла и в отделение, видимо, где визовой службы или где паспорта, в паспортный стол наверняка, и получила там паспорт. Экскурсия по библиотеке и патриотическая викторина. Организаторы постарались сделать так, чтобы вручение паспорта 14-летние жители Одинцовского округа запомнили надолго. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».